На этом месте был узкий проезд, поставить машину было негде, теперь автолюбителям комфортно, здесь появилось 30 парковочных мест. Благоустройство началось после того, как жители дома 24 по улице Мяги отправили заявку в районную администрацию и стали участниками федерального проекта формирования комфортной городской среды в составе НАС-проекта «Жилье и городская среда». Идеями, как преобразить двор, люди делились в социальных сетях. Сейчас, слава богу, 21 век, то есть была создана группа в социальных сетях, то есть все желающие жители, которым эта парковка нужна была, были туда добавлены. И мы теперь все имеем возможность ставить свой автомобиль в своем дворе. Будут посажены липы и рябины. Вот там, где была мусорка, она сейчас тоже переделывается. Наконец-то она закроется бетонной стеной. И там же будет разбит новый сквер. В планах установить фонари, обустроить спортивную площадку и две детских. Задачу по синхронизации работ поставил глава региона в своем послании. Поэтому к делу подходит комплексно. Заменили теплосети по НАС-проекту «Безопасные и качественные дороги», обустроили парковку и внутриквартальный проезд. Ремонт ведется под контролем специалистов и общественников. В этом году выполняется ремонт инженерных коммуникаций, который проходит по улице Мяги, для того, чтобы, скажем так, больше не возвращаться к этой истории, чтобы у нас выезд со двора был отремонтирован раз и навсегда, и больше асфальт не вскрывался, ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. И, соответственно, комфортная городская среда, чтобы получилось не только во дворе, а и когда мы выходим на улицу. Завершить работы здесь планируют до 1 сентября. В этот двор вернут деревянную скульптуру медведя, отреставрированную. Его жители называют символом, ведь стоял он здесь с момента постройки домов. Рядом высадят тюльпаны и пионы. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, «Новости губернии».